Квитанции за отопление до сих пор не получила большая часть населения Северодвинска. Оплатить их обычно необходимо было до 10 числа. Не придется ли платить пени и в чем причина задержки, выясняла Евгения Карелина. В ТГК 2 пояснили, январские квитанции приходят с опозданием в связи с тем, что сместились сроки доставки. Напомним, с начала года изменились правила предоставления коммунальных услуг, и для того, чтобы исключить неточности при формировании квитанций, потребовалась дополнительная проверка начислений. Во-первых, необходимо отметить, что переживать жителям Северодвинска не стоит. Чтобы избежать начисления пени, ТГК 2 перенесла крайний срок оплаты январских счетов за отопление горячего водоснабжения на 20 февраля. Таким образом, если раньше на оплату счетов фактически отводилось 5-7 дней, то в феврале этот срок составит до 10 дней. Напомним, что с 5 по 9 января также будет произведен перерасчет из-за снижения качества услуги по отоплению.